Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня зашла в новую игру, называется World of Warship Builds, как-то так. Ну, корабли. Значит, игре один день. Ага, не один день, 4 дня выходит. Так. Значит, при регистрации нам дают бонус 3000 серебра. Это 30 рублей на корабль. Значит, покупайте корабли, они будут нести вам монеты. Монеты будут накапливаться на складе, собирайте их, продавайте монеты и получайте за них серебро. Обменивайте серебро на реальные деньги, либо покупайте больше кораблей, чтобы они приносили вам еще больше прибыли. Значит, участников 215, но за 24. 4 часа 52, онлайн 4. Так, резерв проекта. И пошли уже первые выплаты. Регистрация здесь простая. Логин, имейл, пароль, капча. Попадаем в кабинет. Значит, сейчас зайду. Вот так наша выглядит страничка. Значит, здесь наша статистика. Далее, давайте пройдемся по кабинету. Значит, для покупок вот у меня, я только зарегистрировала, 3000 монеток, так? Значит, идем в магазин по порядочку, и мы покупаем первый корабль, который будет нам нести 15% в месяц. Нажимаю «Купить». Успешно куплено. Далее идет по нарастающей здесь 5000 серебра, это значит 50 рублей. Ну и так далее. Так, так. Далее что у нас? Порт. Здесь накапливаются наши монетки, где мы будем их собирать раз в 10 минут. Значит, курс продажи монет. 100 монет равно 1 серебру. Так, распределение при продаже 50 на вывод и 50 на счет для покупок. Хорошо. Значит, рефералы. Находится наша партнерская ссылочка. Партнерская программа 10,5%. Далее, бонусная зона есть. Значит, ежедневный, ежечасный с риском для рифоводов за репост, за видеообзор. Значит, это своего рода баунти программы. Нажимаем ежедневный бонус. Получить. Получила. Так. Вот мой логин. Мне 1162 серебра дали. Ежечасный. Получить. Получила. Так, вот мой логин. 14,75 серебра дали. Так, далее идем. Ну, тут с риском, это уже кто любит рисковать. Так, игровая зона. Колесо фортуны. Лотерея. Это для азартных людей. Я человек не азартный. Значит, здесь гонка лидеров. Так, серфинг есть. Так, серфинг у нас. Можно собирать. Далее. Есть задание. Значит, вот тоже. Значит, оплачиваемый квест. Вот баунти программа. Сделать репост. За репост. Так, 500 серебра. Тип задания одноразовое. Значит, вы выполняете простые задания от администрации и получаете приятные бонусы. Так, тут уже все прочтете. Так, значит, сделать видеообзор 5000 серебра. Тоже одноразовое. Далее. Пригласить 40 друзей в группу ВКонтакте 5000 серебра. Так, поставить в пост на форуме 100 серебра, набрать клики в серфинге, значит, 1000, зарегистрироваться на сайте
500 серебра и набрать 40 рефералов, 3000 серебра. Вот такая вот баунти программа. Так, есть чат, можно общаться в чате, так? Далее что? Обменник. В обменнике можно обменивать с вывода на покупки и с вывода на рекламу. Также можно рекламировать свои проекты. Так, конкурсы. Далее. Видеообзоры. Два видеообзора на данный момент. Нет, грузит долго. Так, возвращаюсь в кабинет. Так, и поддержка. Если у кого какие-либо вопросы, значит, можно добавить, нажать добавить тикет, как бы, тема обращения и вопрос. Нажимаете добавить. Так, ну что, значит, вот здесь обращаю ваше внимание, настройки от колесика. Значит, нужно ввести пин-код. Вводите пин-код, нажимаете «Установить». Он нам нужен будет, как я поняла, при выводе средств. Значит, далее что? Заказать выплату. Для доступа к данной странице необходимо пополнить счет на 30 рублей, либо заработать на серфинге или квестах от 3000 серебра. Значит, заглушка здесь 30 рублей. Замечательно. Значит, я сейчас пополню на 30 рублей. Пополнить баланс. Значит, первое пополнение. Обращаю ваше внимание. Посмотрите, ребят. Значит, корабль в подарок. Это я сейчас пополню на 30 рублей. Плюс мне еще дадут 10% от суммы пополнения. И плюс мне дадут еще корабль. Ну и вообще нормально. Почему бы и нет? Так, 30. Нажимаю оплатить. Далее оплатить. На платежную систему рубли. Далее по схеме. Так, успешно. Ок. Возвращаюсь в кабинет. И у меня на балансе 3326. Значит, идем в магазин. Обращаю ваше внимание. У меня уже два корабля. Первый мне при регистрации дали в подарок. Второй за пополнение. И сейчас я вот куплю третий корабль. Купить. Успешно. У меня куплено три корабля. Ну, а вывод будем проверять. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.